Я Кузьмич Алексей, работаю на производстве городского электрического транспорта слесарным сборщиком. Я просыпаюсь в 5 утра, сразу же иду в душ, затем я пью кофе и после минимальных сборов собираюсь на работу. Рабочий день мой начинается в 6:50, но я стараюсь приходить пораньше, то есть я здесь примерно в 6:30 утра. Сегодня ты собираешь блок автономного хода, стоишь в трех. Держи, это твое задание на смене. Понял. В мои обязанности входит сборка аппаратов защиты, управления, либо же контроля. Учился я на технико-электрика, но после службы в армии я пришел сюда по смежной профессии, но тут меня всему обучили, и теперь я собираю электрический блок. Во время обучения здесь не все сразу же давалось легко. За 4 месяца, в принципе, я освоил свою профессию. Коллектив тоже было сначала влиться нелегко, но из-за того, что я был новенький, мне все подсказывали, так я с ними познакомился, а затем пришли молодые люди, которые были со схожими интересами, и мы стали друзьями не только на работе, но и за ее пределами. Из сложностей я могу выделить разве что то, что нужно знать много ГОСТов, то есть это очень точная работа, тут нужно соблюдать стандарты, и это не всегда бывает просто, но это необходимо. Я для общества делаю очень большой вклад, потому что на общественном транспорте, который ездит, пользуются, я думаю, все люди. А это школы, работа, детсады, без которых, я думаю, не может функционировать ни один город. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.